ли? Теремок? Нет, колобок. Он... И низок, не высок? Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой парень же на свете. Что? Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала. Мышка бежала? Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И от дедушки. И от бабушки. И от внучки. И от жучки. И от кошки. Кошки. Что? Отлично. Ура! Но тут ему навстречу из-за Нила. Горилла идет! Горилла! Под мышкой несет! Что? Крокодила! Горилла идет! Горилла! Дорогой крокодил, а ты чего вот с такие вот глазки? Это что, хорошо? А, дорогой крокодил, а чего такие вот ушки, а? Это чтобы лучше видеть. Дорогой крокодил, а ты чего вот тут вот такие вот зубки? Это чтобы лучше не разъедать, а? Дорогой крокодил. Лучше я дальше пойду, я зайду к вам непременно только в будущем году. Но тут ему навстречу... Кто? Кощей Бессмертный. Кощей из одних костей не ест ничего, ни каши, ни щей. Ни портянка, ни шоколада, только маленьких детей. Наконец-то колобок. Ты попался на зубок. Я сейчас тебя сгрызу, как орех. Ненавижу круглых. Не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Уважаемый Кощей. Дедушка! Пиши, 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 милый, пиши, ну. И от дедушки. Да! И от бабушки. Да! И от внучки. Убежал!